Православні очима протестантів. Хто вони насправді? Чи можуть протестанти чогось навчитися у православних і навпаки? Про це та інше у сьогоднішній розмові залишайтеся з нами. Вітаю вас! Сьогодні разом зі мною Андрій Морзін, пастор Євангельської церкви і також автор книги. Діалог з православ'ям Андрій багато років досліджував православ'я, що і вилилося в написанні цієї книги. І моє перше питання про православну церкву в загальному. Як її можна характеризувати? Це жива церква, мертва церква, державна церква, номінальна церква. Як ти можеш її охарактеризувати? Uh, спасибо, Олександр. Вопрос сложний. І он эм, в ньому використовується ключовий термін «церква». Чтобы точно на него ответить, я сначала напомню, что в библейском смысле слово церковь применяется на двух уровнях двух смыслах. Есть вселенская церковь, она одна да, это совокупность всех детей Божьих, весь Божий народ, все верующего Христа. И второе значение это поместная община, церковь как поместная. И есть еще третье это уже не библейское использование, которое мы применяем. По сути дела к деноминациям, uh -huh. деноминации, конфессии, вот в э, Библии такое использование слова церковь неведомо, да, то есть как uh -huh. бы Бог не создавал э, деноминации, Бог создал вселенскую церковь и поместные общины. Это усложняет как бы ответ на твой вопрос. Эм, православная церковь неоднородна. Я надеюсь, я верю, что там есть дети Божьи возрожденные, которые искренне любят Бога, несмотря на, безусловно, серьезные богословские проблемы и практические искажения. Во-первых, как относиться? Христос призвал нас всех людей любить, даже врагов. Да? Тем более мы должны любить наших соотечественников. Хороший такой пример, мне кажется, я напомню из жизни апостола Павла, как он относился к своим соотечественникам, которые не верили в Иисуса Христа. Помните, как он в послании римлянам говорит: Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным за братьев моих э, по, по плоти, да, иудеев. И потом э, дальше, в следующей главе, он пишет: Молитва моя к Богу об Израиле во спасении. То есть Павел не, не осуждал, не относился враждебно к неверующим mm -hmm. иудеям. Он, его сердце болело о них. Я думаю, вот так и нам нужно относиться к православию, то есть учитывая, опять-таки, что оно неоднородно. Там, наверное, все-таки есть и наши братья во Христе, но большинство православных — это номинальные, чисто формальная такая традиционная как бы их религиозность. То есть это люди, которые нуждаются в спасении, в Евангелии. И их тоже нужно любить, и нам, евангельским верующим, уметь эффективно им благовествовать. Поэтому я думаю, что отношение должно быть позитивным доброжелательным, где возможно сотрудничество в каких-то добрых делах, общественных делах и так далее. А есть что-то, чего протестанты могут научиться православных? Безусловно. Я, я, думаю, я думаю, что Писание призывает нас к такому э, диалогу, который будет взаимно полезен, взаимно назидателен. И мы можем у них чему-то научиться, и, и они у нас. Например, нам, протестантам, полезно будет поразмышлять о том, как православные используют э, термин спасение. Да? Они говорят о спасении в настоящем времени. Я спасаюсь, да? а, а ты, брат, чем спасаешься? Я там, а ты сестра, я постами и молитвами спасаюсь. А ты... Нам это непонятно, нам это как бы чуждо. Мы цитируем Ефесянам 2.8.9, благодатью вы уже спасены. Да? Мы всегда говорим о спасении в совершенном виде глагола. На самом деле в Библии понятие спасения включает не только то, о чем мы, протестанты, говорим, прощение грехов, пропуск в рай, грубо говоря, а прежде всего спасение от греха. Именно от греха, а не только от наказания за него, пришел Иисус нас спасти. И поэтому нам очень полезно обратить нам протестантам обратить внимание на понимание спасения как процесса спасения от греха. Это то, чем, например, вот в библейском душепопечении мы занимаемся. То есть, по сути дела, это осве... процесс yes. освещения. Освящ... Да, мы называем это освещением, но полезно нам увидеть, что Библия называет это словом «спасение» в православии там далеко не всегда правильные методы используются, да? они умоляют или даже отрицают вот этот первый ключевой шаг прощения грехов, как он происходит, на чем он основан, но вот процесс такой полезен. Или, например, нам полезно обратить внимание на то, насколько православные мыслят соборно, да? они мыслят о церкви как о единой, они подчеркивают всегда, что Церковь едина, церковь не должна быть разделена на какие-то группки, да, это, это недопустимо. Мы протестанты исторически так уже давно существуем, и мы с этим смирились, и мы даже иногда превозносим, на знамя поднимаем такой принцип, как автономность по местной церкви. Но я, например, не нахожу такого принципа да, в Писании. Я вижу, опять-таки, что церковь едина, и она должна быть... Стр... Христос призвал нас стремиться к этому единству, поэтому те разделения, которые существуют, это проблема. Мы должны стремиться их преодолевать, и в этом вот восточно-православное мышление, ну, скажем, коллективности, соборности, оно может нам быть ну, полезным. Угу. Больше индивидуализм притаманный протестантскому. Народу. Да, да, это как бы и исторически, ну это отчасти культурное влияние, скажем, наших. Западних корінь, да, все таки протестантизм формівався на западі, і на часті багасловські такі фактори. Скажи, от якщо людина зустрічається з Ісусом, перебуваючи в православній церкві, раптом вона народжується згори, що їй при цьому потрібно робити? Залишати структуру цієї церкви, шукати Іванську церкву, чи взагалі цього не потрібно робити залишатися uh -huh. там. Очень хороший и интересный вопрос. Спасибо, Александр. Однажды мне задал этот вопрос православный священник. Это было в России, который, ну, по сути, уверовал, так, ну, познал Евангелие, да, и у него большие перемены в его мышлении. Мы с ним встречались там, беседовали, и он мне задал этот вопрос. Как вот вы посоветуете, что мне делать? И я обычно в таких случаях говорю, я не думаю, что нужно ставить цель сразу же выходить из, из православия, переходить в протестантскую церковь. Я советую, пока можно, оставайтесь там и влияйте на эту церковь, потому что она нуждается в реформации, она нуждается в изменении. К сожалению, практика показывает, что рано или поздно сама система не потерпит такого человека, особенно если он священник. И в большинстве случаев, не знаю, во всех ли, но в большинстве случаев система вынуждает человека ну, как бы покинуть ее. По, по сути дела, это же пытались сделать наши отцы реформаторы. Да? Лютер не, сразу, не, не стремился сразу создать отдельно какую-то там деноминацию, протестантизм. Он пытался изменить католичество. Но когда оно... он тогда він тоді выйти. був вийти. Я так обычно советую. Православні домінують тим, що в них є спадковість або російською приємствость. Тобто, вони апелюють, що вони правдиві саме через це. Як це можна дійсно підтвердити, і наскільки це дійсно важливо? Так, дійсно, це один из таких аргументів, які использують, ссылаются на свою, как они называют, апостольскую преемственность. Что они вкладывают в это? Они прежде всего здесь имеют в виду непрерывную цепочку рукоположений, которая значит, от апостолов через епископов передавалась следующим поколениям епископов и, и священников. У них же мышление э, ритуалистическое, да, у них в основе понимание таинства, поэтому, если нет правильного, в кавычках, правильного священника, который имеет вот эту апостольскую преемственность, то, соответственно, если священник неправильный, то и таинства, которые он совершает, они тоже, ну как там, они иногда говорят, безблагодатные, да, то есть неправильные таинства. Вот почему для них это очень важно. Я отвечаю так, и в своей книге я пишу об этом, да, что с одной стороны, да, действительно, в Библии есть такая практика, как рукоположение, и обычно это нормальная библейская практика, которая помогает нам поддерживать порядок в церкви, какое-то устройство, когда старшее поколение руководителей обеспечивают скажем, ну, проверку и подготовку достойных э, кандидатов молодых, э, которым передается эстафета. Но, с другой стороны, Писание не требует, что это обязательно должно быть именно вот такое рукоположение. Если, не дай бог, его нет, то все это уже неправильная там, община или церковь. С другой стороны, э, я говорю о том, что у нас, у протестантов, есть другая преемственность, и с библейской точки зрения она более важная это преемственность апостольского учения и практики. То есть, почему необходима была реформация? Потому что церковь утратила вот эту преемственность. Да? Церковь настолько ушла от, от истоков, от Слова Божьего, да? от если хотите, раннего апостольского предания, используя православный термин что необходимо было вернуться к вот этой преемственности, преемственности по духу, по, по слову Божьему, преемственности учения. Я думаю, что мы, протестанты, мы стараемся сохранить именно эту преемственность на основании Божьего слова. Ты мог бы назвать три основных проблемы православия сегодня, которые разрушают их внутренние? Что это за проблемы? Да, вопрос сложный, но я как бы на свой страх и риск да, предположу, как мне кажется, на, на первое место я бы, наверное, поставил проблему ритуализма в православии. И, кстати, и, и многие православные, ведь, ведь опять-таки, там немало здравых, таких достаточно библейски мыслящих людей, богословов и священников, немало из них признают сами эту проблему. Они называют это обрядоверие. То есть в народном православии это очень большая проблема, это ну, склонность уповать не на, не на Бога, не на Слово Божье, а на обряды, на ритуалы, на таинства. Да? С другой стороны, сама православная церковь, так как она устроена, как богослужение ее устроено, она как раз в людях воспитывает именно такое отношение. Да? Не столь важно... Понимаешь ли ты, что там читается на службе, что поется, оно может быть на старом непонятном языке. Главное, чтобы ты правильно складывал пальцы, правильно их там сколько раз там произносил какие-то пусть непонятные, но правильные, нужные слова и так далее. То есть ритуализм — это первая проблема. Вторая проблема, я чуть раньше уже говорил о ней, это соединение церкви с государством. То есть то, что православие Начало практиковать в IV веке при Византийском императоре Константине, к сожалению, оно сохраняется в многих православных церквах. Ну, особенно яркий пример это Московская Православная Церковь. Да? Это Когда церковь по сути превращается в идеологический аппарат при государстве. Это очень сильно развращает церковь. Да? Оно привносит в нее, ну, безусловно, коррупцию да? Там совсем другие нечестивые мотивы особенно в руководстве, и это влияет как бы на всю систему. И третья проблема, наверное, я бы назвал это недостаток изучения Слова Божьего. Хотя недостаток, скажем, Библия не, не, не играет центральную роль, как это должно быть. Хотя радостно, приятно видеть, что сейчас в украинском православии, не только в украинском, ну, это то, что я знаю вот лично, Наблюдається така позитивна тенденція. церкви православної церкві возвращаються. Біблія mm -hmm. проповідується? Біблія вивчається. Є біблійські групи, в яких читають Біблію, і це хороша, обнадіжуюся тенденція. Чи є якісь передумови для реформації православної церкви? Як би це могло бути? Що можна реформувати в цій церкві? Я как протестант, безусловно, считаю, что да, православная церковь нуждается, ну, я думаю, любой бы протестант согласился с этим, так же, как в XVI веке церковь нуждалась в реформации, что сделали Лютер, Кальвин и другие, так же и православие сегодня. Более того, среди православных немало тех, кто признает это, и они говорят об этом. Например, при Софийском соборе есть там такой они называют «открытый университет Софии Премудрости». Забыл точно полное название. И я вот помню, что на одном из заседаний там они публикации, книжечки издают, лекции проводят. Я бывал там пару раз. И у них эта тема поднимается. Они в том числе говорят прямым текстом об этом, да, что православие нуждается, и в том числе сравнивая себя с нами, с протестантами, да, с реформацией. Угу. Они говорят, что да, православие нуждается в реформации. В каких напрямках? Ну вот я приводил пример более такого серьезного отношения к Библии, перевод богослужебного языка. Угу. В Украине да. это еще проще, потому что те церкви, которые украинский язык используют, они многие перевели. Даже я помню, что еще до создания вот этой новой структуры ПЦУ были церкви Московского патриархата, которые некоторые уже сами на на своем локальном уровне проводили отдельные литургии, отдельные службы украинскую мовую, uh -huh. то есть перевод на современный язык. Ну, это есть, uh -huh. наверное, еще другие примеры. На останок, как ты порадуешь бы евангельскому, ведро верующему благовестить православному с э, любовью? Э, не принижая его, а доносящая всю истину uh -huh. в любовь до его сердца. Я рекомендую тут несколько библейских принципов применять. Во-первых, как, например, говорит апостол Яков, всякий человек добудет скорно слышание и медленно слова. Не спешите говорить, спешите слушать. Мы протестанты иногда пытаемся шаблонно применять какие-то заготовки благовестия, там четыре духовных закона, два диагностических вопроса, без разбору, не интересуясь, кто перед нами, во что человек уже верит. Да, это неправильно, это не по Библии. Иисус и апостолы не так благовествовали. Поэтому это будет и уважением, и, и способствовать более эффективному благовестию сначала задавать вопросы. Поговори с человеком, спроси, во что он верит. Да? Он себя называет православным? Это еще очень мало чего значит. Нужно дальше исследовать, разузнать, что он вкладывает в это. Я говорю, если поскрести э, типичного православного, украинского или русского, mm -hmm. обычно за этим, э, ну это ширма, да, это просто такая отговорка, не трогайте меня, да, это не хочу там вашу американскую веру, я православный. Это mm -hmm. просто спрятаться и не идти к свету таким образом. И дальше уже... Исходя из того, кто перед нами, если это номинальный православный, да, только, только ну, такой формальный, тогда ему ну, просто нужно говорить о Евангелии. Опять-таки, пытаясь по возможности пользоваться иногда и православным языком, и можно и сослаться не только на Библию, но на те же православные труды, каких-то там богословов православных, святых, отцов и так далее. Это будет в его глазах звучать более авторитетно. А С другой стороны, если ты наткнулся на серьезного православного, который действительно практикующий и знает как-то православное богословие, тогда уже диалог должен быть на, на другом уровне, да, более богословском. Мы уже не должны относиться к нему изначально как язычнику, да, что вот он там неверующий, а мы сейчас его будем приводить ко Христу. Тут уже еще более да, осторожный должен быть. Диалог. Поэтому эти примеры, вот очень интересные, опять же, в книге Деяний я уже упоминал, он очень по-разному благовествовали в синагогах иудеям и грекам или другим язычникам. Подход очень разный. Я думаю, это такой вот евангельский принцип: если применять к православным, то будет более эффективным благовестие наше. Дякую, Андрею. Ведь я бы скажу еще, может... быть, Перед тим як, як вести діалог з православними потрібно було б навести з ними стосунки, подружитися, тому що вони наші сусіди. Ми живемо в одній країні, і дійсно потрібно розмовляти. І, і я думаю, що на одному з таких більш високих рівнів нам допоможе книга Діалог з православними. Якщо вас це зацікавить, можете звернутися за посиланням до автора. Дякуємо всім, хто був з нами. Дякую, Андрію, Божих благослови. Дякую.